Эй, йоу! Вы на канале Крупа Баквит, и это очередная часть про легендарного Харри Магуайра в качестве главного тренера команды из чемпионшипа, а будь точнее, это Норвич Сити, который прекрасно идет на первом месте. Ребята, как же это охуенно, когда Магуайр главный тренер. Ебануться, поехали! Так, что там почта? Нашел всех, кого смог в США. Значит, ты идешь искать, блять, нахуй, с Португалии начнешь. Ты чё? А в саудитах тоже никого ты не смог найти? Ладно. Окей, с этим все позже разберемся. Поехали. Тур. Итак, к нам приезжает Уотфорд. У нас тут чемпионшиповская возня, значит, да? У нас Афиф подзъебався, поэтому... Бен Зегир выходит у нас. Погонял у него Бен. Просто Бен. Так что, погнали разъебывать тех, кто... Кто с мячом к нам пришел, тот от него и упадет, как говорится, да, ребятки? О, да. Все, летим разваливать. Самая крупная у нас, получается, победа – это 7-0 в чемпионате. Самая крупная в сезоне в официальных матчах – это 9-0 в кубке. Мы еще ни разу в чемпионшипе не проигрывали ни одной игры. Анатолий Пистолетов у нас на воротах, потому что у него фамилия Ган. Да, и он сейчас у нас затащил мяч. Молодец, молодец. Респект таким людям. Поехали. Оп, четенько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух, хорошо. Так, Сара Джессика Паркер с мячом у нас. А я напоминаю, что у нас почти у каждого игрока есть погоняло, погремуха, кликуха, кому как удобней. Так, вот так делаем. Вот так, еще пасик, и теперь можно бить, когда вратарь дезориентирован, но не попали по воротам. Наш прекрасный сержант не попал. Не попал. Так. Нужен гол, мне кажется. Кричат нам наши болельщики. Да? Нам и Харри Магуайр в том числе. Но вот и гол вы хотели, вы получили. Да, в свои. Однако, желания болельщиков мы уважаем и обязательно исполняем. Ну, я так считаю. Раз Борнмут хочет войны, они ее получат, ребята. Им просто теперь пизда. Был у нас такой в прошлом выпуске. Обязательно посмотрите, кто еще не посмотрел. Бирмингем Сити, значит, а.к.а., блядь, острые козырьки. Злоебучие. Так вот, они, значит, нам первыми забили. Потом получили сколько голов, напомните? По-моему, 5 голов. В итоге счет был 1-5. Уотфорд решил пойти по той же дорожке, поэтому будем посмотреть, как оно все сложится. Во-первых, конечно, главная победа, а там с каким счетом уже в целом похуй, это все выебоны, мишура и т.д. и т.п. Но выебываться я люблю, поэтому why not, как говорится. Вот такая вот тема, ребятки. Так, по флангу пытается пройти. Пытается пройти. Так. Так, ну-ка, блядь. Морда у нас на месте в опорке. Так, надо более позиционно, надо побольше народу, что ли, что-то контратаки как-то. Как-то не удаются, однако, смотрите. Да, блядь, почему туда-то, чуви? Ты чё, гонишь? Я налево хотел отдать, он почему направо-то отдал на сержанта, когда надо было на другого игрока, блядь? Неужели Афиф настолько ключевой игрок, что без него атака просто в говне, блядь? Не верю нахуй. Есть корона и сержант, ты чё? Да в смысле? 0-2, блядь! Я в ахуе, ребята! Если при счете 1-0, в тот раз Бирмингему мы залупили 5, то тут при счете 2-0 Уотфорду, походу, надо будет ожидать все 10, либо я перевыебывался, и нам пизда, ну посмотрим. Чавес, прекрасный отбор.
Прекрасный пас на сержанта. 1-2. Осталось 9. Считаем, нахуй. Считаем, блядь. Сидим и считаем внимательно. 1. 1,5. 1 на сопельках. Помните эту зовут? Окей. Так. Хорошо. Опять. Какой-то микропрессинг у меня, блядь, работает. Хотя, ну, тактика, баланс. И тактика, атака по флангам. И если что, то Магуайр гений, и он придумал это. И это работает. Так. Оп, четко, Даффи, молодец. Вот тут не проебаться, нормально, нормально. Мяч наш. This is good, как говорится. Так, вот это зря, конечно. Так, мексиканец, Галлардо. Корона не успел нихуя сделать. Так. А нам надо, блядь, забивать. О, топорничек, молодец, морда. Почему морда, блядь? Почему морда, опорник? Объясняю, нахуй. Вы хотите сказать, это не морда? Это морда, блядь. Прям, ну... Это хлебал, это ебальник. Ну, как хотите. Морда, это еще, как бы, он хорошо отделался, я считаю. Правильно? Правильно. Так, блядь, ошибка, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой! Анатолий пистолета! На месте... Анатолий пистолета на месте 2. Анатолию пистолетову не пришлось сейчас работать, потому что бравые защитники выиграли второй этаж. Оп. Так, хороший билдап получился. Билдап это, если кто не в курсе, у нас выход из обороны. Да? Когда возня идет в своей... Ну, рядом со своей, короче. На своей, блядь, половине поля от ворот. Ё-моё. Ё-моё. Чавес. Отдаем. Вешаем. Хуйня какая-то получилась. Ты чё, мексиканец, блядь? Галлардо. Так это самое. Ага, понял, да, не надо. Спасибо. Так, мы проебаем, это значит, пора менять людей в первом тайме. После первого тайма, точнее. Так, кто у нас сильно проваливается? Чавес, хорош, блядь. 8-1, нихуя себе, на фоне других-то. 5-5, Сара Джессика Паркер, Даффи и Хенли. Так, ну, пистолетов мы не можем заменить. У нас, потому что на лавке нет второго вратаря. Короче, это Даффи и Сара Джессика Паркер. Окей, до свидания. Сара Джессика Паркер, гудбай. Так, ну морду повыше поставим. Так, и Даффи тоже до свидания. Вот так все. Ехала второй тайм. Все, надо повнимательнее. Меньше пиздежа больше делаю, я считаю. Так, надо показать мальчикам, тут хозяин. Тем более мы, блядь, не может быть у нас... Первая потеря очков в сезоне дома. Вы что, гоните? Какой Уотфорд? Вы что? Так. Бен. Хорошо. Нормально. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Проебали атаку. Захлебнулась, как говорят классики. Так. Они что, хотят, чтобы я им суперпрессинг включил или что? Кстати, одна из опций, надо будет рассмотреть в конце матча, да? Какой счет будет? Так, хорошо. Хорошо. Тоже неплохо получилось. Да блядь, что-то какой-то пиздец в атаке. Думаю, может, FIFA выпустить? Сейчас посмотрим. Чуть попозже. Хорошо. А вот так вот будешь, Санчес, нахуй? Блять, морда не забила. Ну, он и опорник, хули. Скажем так, это не его работа забивать, да? Но поживем, увидим. Ну, нужен гол. Блять. Вот так вот? Блять, хорошо было. Угол, я надеюсь, слава богу.
Давайте чуть подальше ебанем. Вот так вот. Вот так вот. Ладно. Стай. Стай, блядь. Встань, я хотел сказать. Встань, иди. Так, ну, что-то хуйня. Все, следующий листок заменки делаем. Окей, окей. Окей. Так. Надо точно что-то с атакой будет делать. По-любому. Так. А, хорошо. Какие охуенные отборы. У нас, ну почему-то не забег... О-о-о, это выход один на один. Порешает ли сержант? Крутим! О-о-о, да, сюда 2-2, нахуй. Никаких потерь очков сегодня не случится. Не случится. А даст честь? Бам. Блять, ну ребята. Нихуя мне игроки прессинги работают, оказывается. Смотрите. Бам. Все, заебись. Так, добавим в атаку свежести, вот так вот. Значит, Афиф и Хван Юджо. И освежим, конечно же, фланги наши прекрасные. Да, ну и все, ну вот, уже не можем. Ну нормально, нормально, нормально. Стейси хоботит. Ебать, замен куча нахуй. Нормально, нормально. 2-2, поехали. Надо вытаскивать этот матч. Ну вообще, мы еще 8 должны забить и не пропустить ни секундочку, да? Как бы, добрый вечер. Как бы добрый вечер. Оп. Так. Блять. Сука. Иди сюда нахуй. Запрессингую. Так. Хорошо. Так. Так, хорошо. О, блядь, как хорошо набегал там Санчес и Кей Морда, ёбаный в рот. Что ты, дядя? Так. Ну-ка нахуй. Бегает он. Бегает он там. Так, в следующем... В следующей заминке я предлагаю... Вот она. Да? Она случится? Да. Я предлагаю въебать прессинга немножко, потому что как будто бы только благодаря ему мы можем вывести. Во-первых, чуть повыше становимся, да? Во-вторых. Во-вторых. Так. Прессинг при потере мяча делаем? 65, нахуй. 65 делаем высоту? По-моему... Блядь, ребята, либо Магуайр гений, что он сейчас делает, либо это будет провал, и мы пропустим. Ну вот сейчас и узнаем, получается. Моррис. Just looking ahead to another game coming up for you from the Passable Championship live on EATV. Оп, хорошо. Хорошо, и бежим, и бежим, и бежим. Это ли не прессинг? И 2-3. Вынимай нахуй. Харри Магуайр у нас кто? Гений, блядь. Прессинг сработал? Сработал, нахуй. Hello. Hello, my friend. Как говорится. Так. Very good. Very good. Так. Минутка английского урока у нас с вами сегодня. В выпуске. Так. Так. Опа, мальчик-то за дублем вышел. Устал сидеть, говорю. Yes, of course. Братан, у меня Duolingo. 200 дней без перерыва. Но я нихуя не знаю. Sorry. Я знаю... very little. Very little. But let's go. I can talk. Alex with the info as ever. More questions, please. Бам, блять. Так, ребят, сегодня изучаем английский. Потому что есть с кем поговорить, это круто. Но я... Возможно, это замаскированный русский пытается нас наебать. Вот мы это и раскроем. Where are you from, bro? Блять, блять, блять. Раша. Блять, пропустили. Запизделись на английском, ребята. В английском.
В английском чемпионшипе, блядь. Так, все, мы больше не пропустим, ставим глухую оборону. I'm from Russia, bro. Так. Так, так, так. Так. Ой, как хорошо, мексиканец у нас идет по флангу. Ой, на дриблинге сам, блядь, не получилось. Так, они вынуждают меня чуть-чуть начинать фалить, я так понимаю. В итоге азиат нашу жопу спас. Понимаете, своим дублем с заменки. Нихуя себе, блядь. Такие вот у нас игроки на лавочке сидят. Круто же. Оп, хорошо, Чавес. Так, сержант. На фланге уже играет почему-то Афиф. Блядь. Все, время. Ребята, мы вытащили, блядь, за жопу этот матч, нахуй. 3 очка выгрызаем, блядь. Выгрызаем 3 очка. Ебать, какой белый Магуайр. И ебать, какой сильно, нахуй, неоткрытый персонаж, второй человек был. Круто. Так, давайте интервью дадим, потому что матч-то огненный, 7 голов, нихуя себе. И не это не я 7-0, как это обычно, блядь, уже для нас привычно бывает, а друг другу насували. Бля, он прекрасен вообще. Он вообще супер. Бля, Хуан Юджо хочет, по-моему, в состав стартовый. А давайте мы его поставим в стартовый состав. Ребята. А кто сказал, что мы не можем так сделать вообще? С какого хуя? Так, вот за место Афифа пойдет он. Но он ЛФА, конечно. Вот этот мальчик может везде, тем более стризи. Финты 5 звезд. Слабая нога 5 звезд. Бля, корона, машина, конечно. Просто. Все. Хуан Юджо, welcome to Start Eleven. Да? Да. Смена плана. Иди нахуй, FIFA, со своими сменами плана. И так все заебись. Так, Сандерленд. Едем в гости к Сандерленду. Опа, вот мы еще на 1 очко оторвались от Лестера. Смотрите, уже разрыв получается... Получается 3. А, нихуя. Все, математика сбилась к хуям собачьим. Хотя у меня есть высшая экономическая. Добрый вечер, блядь. Может такое быть? Может. Так, ну все, состав заряжен, боевой. Супер, поехали. Хуан Ю Джо стартом в составе после своего охуительного перформанса в прошлом матче. Поехали. And sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson. Ой-ой-ой-ой-ой, проёб от мексиканца. Да, куда ты, блядь, капитана, блядь, Хенли решил обыграть. Самый умный дохуя или чё? Пам, умный пасик сюда, скидочка. Вот оно, пространство для азиатика. Обратно отдаем. И вот так сильно вешаем. О, это я сейчас что, пропустил специально мяч? Я научился это делать. Это, по-моему, на L1 делается, да? Блять, надо еще раз попробовать. Сейчас затестим, нахуй. Если я научился это делать, это такая имба, ребята. Сколько красивых розыгрышей мы с вами увидим. Это пиздец. Ну нихуя ты как выкрутил. Ты че, мальчик? Так. А как это делать, слушайте? Я не понял, ладно, пизду. По-моему, на L1, ладно. Попробуем в атаке это сделать. Может, это реально в атаке только и делается. Может, такое быть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дотестились, блядь. Вторая атака уже нахуй. Штрафной нашей возится. Сколько уже касаний у них нашей штрафной? Это не дело, ребята. Это не дело, нахуй. Так. Ой-ой-ой. Анатолий Пистолетов без шансов, нахуй. Без шансов, потому что плохой выбор позиции был. Эх, Анатолий. Эх, Пистолетов. Окей. Ладно. Ничего. Время есть, как говорится. Блин, опять мы третий матч подряд, по-моему, мы пропускаем первыми, и мне это пиздец как не нравится. Это надо исправлять. Это паттерны МЮ нынешнего уже какие-то в реальной жизни. Блять, нихуя вытащил. Козел какой.
Вот так вот. Хуйня. Сара Джессика Паркер! Трешку так-то отгрузил недавно. Хуеть, блядь. Так. Ну! Давай! Лучший, блядь, на вратарь, собака, сука. Ладно, ладно. Ебем, ебем, прижали их нахуй. Хуям собачьим. Оп! Блядь, корона. Корона ударила мимо. Понятно. Аналогии проводить не буду. Так. Сука. Скотасука, блядь. Ладно, меньше негатива, больше позитива. Давайте мы с улыбкой на лице отберем мячик. Ребят. Так. Так. И по флангу поехали. И пасик. И обратный. Блядь, и не прошло уже, сука. Говно жопа, блядь. Вы хотите жестче, блядь? Или что, нахуй? Ты хочешь пожестче? Окей. Так. Жить, ага. То нам уже прилетело, блядь, с углового. Так, ну чё, разгоняется, нахуй, наш старичок, боровичок из Азии. Заебался уже, вижу. А прошло похуй. Сара Джессика Паркер не смог нихуя интересного сделать, к сожалению. Так что будем посмотреть. Вон мага в ахуе стоит, блядь. Чё, блядь, за хуйня нахуй? Ой, не вынуждайте Магуайра говорить заметную фразу, блядь. Мы вернемся сильнее. Пожалуйста. Сержант, ты заебал, ты будешь в башки играть, блядь, или чё нахуй? Я тебя сейчас местами свапну, блядь, с Хуан Юджо, заебёшь. Кто-нибудь? Да, блядь, чё там за пиздец на воротах, блядь. Мне чё, денег накопить сильно и купить тебя, нахуй? Наконец-то, блядь, слава богу, я уж думал, всё, пизда. Я уж думал, этот матч обречен, нахуй. Куда вы все бежите, если не нажать на кнопку, не понимаю. Капитан, капитан, капитан забивает. Ведь гол это флаг корабля. Капитан, капитан улыбает. Только сильным покоряются моря. Минутка урока музыки из второго класса. Не благодарите. Так. Ставь лайк, если у тебя вчера в втором классе была музыка. Прикиньте, в это, во Влада бумагу резко превратиться. Так, извините, отвлекся. Поехали. Нам побеждать вообще-то надо, пасик. Бля, хорошая задумка была, Сара Джессика Паркер, но... А вот так попрессинговать, ладно. Так. Так. Опа. Хорошо, как придержал мячик-то. Вот так делаем. И вот так вот делаем, наша суперзвезда. Хесус Чавес. У нас несколько Хесусов, по-моему, три. Есть Хесус Чавес, ну или Жезус, или Иисус, как, не знаю правильно. Есть Хесус Корона, еще какой-то Хесус. Не помню, кто, честно. Так, ну мы впереди, ребята. Жалко, что не сухарь Анатолия Пистолетова, конечно. Но что, блядь, грузин там был? А, блядь! Сука. Робертс. Так, это уже какая-то хуйня. Это уже мне не нравится, блядь. О, хорошо. Все, что это, что за хуйня была? Своих. Это friendly fire уже начался какой-то. Нагонь по своим. Так, ну менять ничего не буду. Все окей, по-моему. Переводик делаем. Отлично. Блять, Льюис, ты чё, бабка? Молодая.
Может такое быть. Че нахуй? Молодец, Льюис, лучший. Жалко угловой. А, нет, вообще заебись. Там еще и фол был. Охуенно, как он корпус поставил. Наш пес Дюк. Так. Хорошо. Сам. Бам, ебать у него удар, конечно, ребята, я в ахуе вообще. Чавес, суперзвезда наша. Уже с залысиной с небольшой, уже островок надежды появляется, я вижу, на макушке. Бам, ебать, какой удар сильный, пиздец. Это не берется, нахуй. Это не берется. Right, someone has scored in the Middlesbrough game. Alex Scott is waiting to give us. Блин, Анатолий Пистолет, конечно, заебись, но я очень хочу Алтай Биендыры из Эмью купить. Да? Молодой вратарь второй из Юнайтед. По-моему, будет круто. Ну, блядь, он, наверное, денег стоит, потому что его недавно только подписали. Оп! Блядь, перемудрил, сержант. Эванс. Так. Так. И вот так на фланг. И наш пиздатенький азиат подтверждает свое место в стартовом составе. Отлично. Так, ну вот и разгромчик, ребята. 1-5 нахуй. Я думаю, пора, ребят, выпустить всяких молодых, да? Покайфовать, скажем так, все дела. Давайте Кэпа заменим, пусть отдохнет. Так, всех пиздюков нахуй. Сюда. Абсолютно всех. Да, заебись, поехали. 5 замен сразу, нихуя себе, добрый вечер. Первый, кстати, кто это сделал, это был Сульшер. Представляете? Официальный матч. Такая нахуй минутка истории и статистики от группы. Так. Ой-ой-ой, блядь! Тихо, нахуй. Так. Даешь молодежь, нахуй, разгоняется. Хорош! Ебаш дальний, фуху. Хорошо, сильно летело, так как. Удар вообще заебись, но мимо. Увы, ахуй, говорится. А вот так, нахуй. А скидочка, удар. А не получилось, ну, по-моему, мимо летело. Хотя вратарь зачем-то отбил. Непонятно. Бам! Бум! Ну, хуйня какая-то, чувак. Ну, это вообще дичь. Сын, 16-й. Залупу делаешь. Чуи. Не делай так больше. Морду уронили. Ты чё, нахуй? Ну, тесниться будет, блядь. Своей красивой мордашкой. Ай-яй-яй-яй-яй. Бен, ты чё, блядь? И бам! Ну, сержант у нас не только забивает, он еще охуенно раздает. Ребята. Ребята. 1-5 нахуй. А, я думал, уже был 1-5. Ну ладно, ничего страшного. Ох, хуй сосет Сандерленд свои же болельщики. Слышу улюканье. У нас не остановить. Сори. Вообще, не доебаться. Стоп-пудово. Блядь. Так, фолы, понимаю. Thanks as always, Alex. Оп, заебись. Заебись, Макалу может убежать. Но там уже миллион людей, перевод. Ой, ошибочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну нахуй, ошибки за ошибкой. Я что-то пошло. Грузин, а, Русин. Хуясь. Или Русин, это русский. Что, русский грузин? Бам. Хорош, капот, перевод, ебать. Так. Так. Крутим.
Молодец, мальчик. Бум! Нихуя как четко мяч-то летел. Да кто-нибудь-то ёбнет уже по-человечески. Вот так может быть. Бам! Но слишком долго шел к этому. Окей. Окей. Мне кажется, Чавес, блядь, не подходит для подач. Так, а защитнику-то похуй, вообще машины, вы смотрите, блядь, пиздатого мальчика, будущая суперзвезда подписали, по-любому, стопудово, я вообще вангую, Сарджиска Паркер не смогла зацепиться за мяч, Бен, Сейн, и все, и нихуя. И нихуя больше интересного не будет, я понял вас, ребятки. Ага, ага. Luke O'Neill. Ага. Room to maneuver on the wing. Так. Well, he loves drifting in off the flank. Тише. Распасовались тут мальчики, зайчики, блядь, видите ли. Сука, ты чё нахуй? Ты чё, сука? Вот и все, нахуй. Какой-то полуфинт успел сделать. Они что хотят? Гол престижа во втором тайме? Зачем? Какой смысл от этого, ребята? Успокойтесь. У вас уже свои обстоятельства. Бля, как же сержанту похуй, смотрите. Супер прессингующий мальчик. Сейчас вот Тенхак приметит и купит, прикиньте. Так, ну далее. Что тут в интервью говорить? Что все классно, ну, блядь, мы и так об этом знаем. Спасибо, ебать, нахуй. Так, почта. Смена плана, нахуй. Это все понятно тоже. Угу. Так, вообще, может, блядь, знаете, что можно сделать прикольное? Смотрите, короче, скауты, задача. Нам нужно, чтобы контракт был, заканчивался, чтобы контракт, поняли, да? И, значит, позиция похуй, тактическое соответствие похуй, общее состояние. Так, игрок мирового класса. Точно, нам нужен игрок мирового... Вот, все, вот оно. Игрок мирового класса, у которого заканчивается контракт, который мы можем подписать летом. Вот такая темка, ребята. Так что поехали. Смотрим, что вообще у нас там наделалось интересного. Вот всякие пиздюшоночки у нас тут. Понятно. Всех за всеми будем сейчас смотреть. Получается, да? Подают большие надежды. Подаван, блядь. Так. ПП у нас нет такой позиции. Спасибо. ПФА тоже не интересует. Вот это есть позишн. Вратарь нужен, пиздец. Как? Анатолий Пистолетов. Добрый вечер, как говорится. Да? Так. Есть в нем что-то особенное. А, нет, нам ППшники-то не нужны. Имею в виду неправильное питание, да? А правый полузащитник. ПФЗ тоже у нас нет такой позиции. Есть ПП. ПП, блядь. Нахуй! ПЗ, блядь, есть. Все, что я на секундочку. Ух-ух. Все, нахуй. Меньше слов, больше дела. Поехали. Саутгемптон. Приложение. О, кстати, да, мы же еще и сборники. Точно. Уэльс хочет, чтобы мы тренировали. Нет, Уэльс-то не круто, я считаю. Когда... Прикиньте, Харри Магуайр, блядь, тренер сборной Уэльса. Нихуя себе, блядь. Хотя у них контры всегда были со сборной Англии. А он, на секундочку, игрок сборной Англии бывший. Вот если Мага станет, как бы, тренером сборной Англии и Юнайтед, это вообще будет. Все, игра пройдена, я считаю. Можно будет удалять фифу нахуй. Да? Итак, в гостях у нас Саутгемптон. Они же святые. Так. Санчес, нихуя себе, да? Опорничек у нас пылит. Блять, ты чё не попал-то? Азиат. Так. Хорошо. Нормально, мяч сохранил, похуй, самое главное.
Well, it's a 4-3-3, but the front players are very narrow. И вешаем. Скидочка, удар, да блядь! Чё с азиатом, сука? Еще раз проебешься, я тебя посажу нахуй. А Фиф там заскучал уже. В натуре. Оп-оп-оп, на дриблинге корона, да, нихуя себе. Справа тоже ему вообще норм. В целом-то, как мне кажется. Так. Блять, ошибочка. Так, слишком тороплюсь с розыгрышем, ребята. Надо забрать мяч и чуть-чуть повладеть, успокоиться. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, Анатолий пистолета. Задача не пропустить первыми. Надеюсь, выполнимо. Сулеймана. Can he find the right pass? Ой-ой-ой, блядь! О, повезло, пиздец. Что там чувак уёбочек, блядь, а вот это... Ха-ха! Ебланы, блядь! Ебланы вы, ребята! Во-первых, нельзя в лежачего бить. Во-вторых, блядь, пиздец, как повезло сейчас. Просто в макушку лежачему уебал. Вот это защитник, да? Нихуя заблокировал удар, блядь. Бля, не поебут, ребята, так, надо сильно подсобраться, мне кажется. Прям сильно. Перевод. Перевод. Вам поступил перевод от некого Льюиса. Подозрительные платежи, блядь. Так. Ёбаный... О, Анатолий Пистолетов! Спасибо тебе! Так. Так. Хорошо, Льюис, хорошее подключение. Так, Сара Джессика Паркер. Да, блядь, не доходит до азиата, сука, что ему так не везет сегодня? Не... Ох, на жопу посадил капитан наш, хорош, блядь. Так, так, Чавес, это гол. Отлично, какой, какой Чавес пиздатый, и его подключение, я в ахуе. Сержант, 1-0, дальше. Поздравляю, задача выполнена, мы не пропустили первыми, ребята, это охуенно. Это вообще заебись, я считаю. Так. Так. Оп. Оп. Вот и все четенько нахуй. А чё не четко, все четко. Так. Так. Хорошо. Как хорошо, блядь, ребята. Вот азиат забил все-таки. А когда не забил, да? Да? Все-таки мальчик, блядь. Пиздец. Славки вышел, забил двушку. Следующий матч в стартовом составе – гол. Еще один матч в стартовом составе – гол. Так что он тут более чем по делу. А вот Афиф там скучает, наверное, сидит. Ну ничего, сегодня выпустим, чтобы форму не терял, да? Да. Так. Так, хорошо. Чавес. Сержант, блядь, не успел развернуться нормально. Так, Сара Джессика Паркер. Наебал с ударом. Корона, корона в штрафной. Корона, опасно, блядь, на Сара Джессика Паркер. И мимо, нахуй. Потому что я заговорился, вот и не попал. Ничего, скиллы подтянем. На какой-нибудь матч нахуй прокомментировать, блядь. Подтянуть скилл. Да, да, так. О, хотел развернуться красиво, не получилось. Ну, ничего страшного, я сочетаю. Так. Так. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Ну, блядь. Хуёвый пас.
Блин, как у меня мои восьмерки охуенно подключаются. Да, Сарджейска Паркер и Чайс. Просто разъеб. Охуенные забеги. Так. Отлично. Надо третий в раздевалку делать, я считаю. Вернись в первом тайме. Чтобы вообще вопросов у них не оставалось. Так. Блять! Офсайд, что ли? Ну покажи, ебать. Ну пиздец, ноготь! Ебать, подстриги нахуй. Или у вас в Азии не принято? Так. Санчес тащит. Сарджент. 2-0, окей, окей, едем дальше. Едем дальше. Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how their second half pans out. Сука. Хороший перехват от морды. Вот так вот будет, блядь, не будет перехватить, сука. Хороший защитник, видимо, там. Тебя чё, блядь, ту же накопить и купить, нахуй, ты, хуй. Заминка у них, что-то рановато. Так, бля, хотел в жесткий пойти, заебись, что не попал. По ногам, блядь. То нахуй нам эти красные, да, в начале второго тайма? Верно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я тебе пофинь... Ошибка, блядь! Анатолий Пистолета, сука ты такая! Пропускай... А похуй! Офсайд! Офсайд, блядь! Заебись. Вот тут же, ну почти ж забрал. Ну почти ж забрал, да, офсайд. И тут нихуя не ноколь, блядь. Тут нормально мальчик стрял. Да, нихуя он подкачался, это же этот, блядь. Как его, ебать, забыл. Я знаю, короче. Я учил, но забыл, ребята, честно. Бам, блядь, хорошо летело там. Скоро заминки будет. Бум, сука. Так. Корона отработает защитки у нас вообще по полной. Лучший, блядь. А вот тут пиздец. А вот тут пиздец. А вот тут надо пасовые линии перекрыть всем срочно. Блядь. Дерьмо! Анатолий Пистолетов молодец. Пока на ноль играет. Хоть и уже пиздюли получал. Ничего страшного, как говорится. Так. Ой, хороший пас-то какой. На дриблинге проходим, да? Блять, но дальше не получилось. Ладно, надо ножки посвежее, я так понял. Тамофив засиделся, по-моему, нет? Мне кажется. Бам! Сука. 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 Так. Так, мексиканец, молодец. Еще раз надо повторить. Ой, хорош, мексиканец, респект. С меня так, а, блядь. Вот так вот. Вот так вот. Потолкаемся, сука. Не смог. Ладно, надо азиата менять. По-любому. Оп, вот корона вообще заряженный, блядь. Да куда ты в жопу азиату допинаешь, сержант? Ты чё, блядь? Это же дедовщина какая-то, нахуй. Хотя он у тебя старше, блядь. В клубе он, возможно, дольше. Ладно, не суть. Так. Где свисток-то, бля, ребят, замены надо. Пиздюкам надо тоже играть. Ну чё, блядь? Или надо свисток, чтобы был гол ваше ворота? Ну давайте, хули, поехали. Чё ответите на прессинг, ёптать? Ничего. Мне ответили, пошел ты, крупа, нахуй. И Харри Магуайр тоже, и Сережа тоже. Так. Блять, хотел дальний от короны проверить. Так, ну это возня какая-то уже, ребята.
Свистка. Не было 100 лет, мы так матч доиграем, блядь. А мне надо состав обновить срочно. Так. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Прекрасно. Ну, блядь, сука, не успел. Но спиздил, смотрите. Так, у нас охуенно прессинг у нападающих работает. Просто великолепно. А играем мы, напоминаю, три форварда. При том, что у нас нет явных флангов, у нас с вами тактика, игра по флангам. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо. Так. Ну что, убежишь? Аригато, блядь. Бам! Нормально было, нормально. Ух, наконец-то мы уже займем. Вон Льюис уже в ахуе. Даффи в этот раз у нас сядет. Окей. Окей. Так. Ну что, Афив, значит. И Бен. И Бен, ёптать. Вот так вот. Погнали. Да, все, замен же больше нету. Нет. 5 замен, добрый вечер. Здравствуйте. Получите, распишитесь на 6 минут. Нормально, мальчик вышел уже моментик, блядь. Это Бен. Наш пиздюк, тоже будущая суперзвезда. Ну а как иначе? Оп. Да сука. Блять, а мог же остановить мяч. Сука. Ох, там Афивчик как летит, хорошо. Ой, чётенько, Сара Джессика Паркер опять мимо, блядь. Как ты трёшку забил в тот раз? Ну и усища нахуй. Ебануться. Так. Блять. Так, Стесси, ты дуля, давай. Вперед, нахуй. Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой, ошибка. Стесси, ты чё, бля, привозила с Нижнего Тагила или чё, нахуй? Все, победа, поздравляю нас. Поздравляю я нас. Все, отлично. Интервью давать мы не будем. Даже. Так, ну что, дорогие мои дружочки-пирожочки, не забудьте подписаться, пожалуйста, если вы еще не подписаны. Призываю вас также въебать лайк, это очень сильно помогает. Ну и просто кайф, когда я вижу лайки. Ну и, конечно, по возможности коммент и колокольчик, да. На этом сегодня все, всем пока, всем прекрасного Харри Магуайра.